житель города Терекова. Наш город находится в 30 километрах от областного центра Ивановской области. Городок знаменит тем, что здесь расположены ракетные войска стратегического назначения. В нашем городке есть два музея. Один посвящен истории города Терекова, а второй военный. Также город знаменит тем, что здесь находилась мануфактурная фабрика имени Каретникова. Жители города отдыхают на двух озерах. Это Рубское и Красный остров. На Красном острове очень удивительная природа. Еще знаменит тем, что там острова плавают. Никогда не найдешь их. Где выплыл, там и будут. Я люблю свой город из-за того, что он тихий, спокойный, и люди здесь очень добрые и общительные. Я тебе не пишу, пока ты разостаешься, я тобой дышу. Ты, может, и маленький, это не беда. Тебя любить теперь стану город никогда. И наплевать, что говорят слова, ведь просто звук. Тут замечательные люди живут, и мой друг. Ты нет, они все краше, Терекова вижу, ведь наши. И даже наплевать, что есть города и постарше. Время пройдет и разрастется наш город все дальше. У меня поколение, в котором жить не страшно. У нас ракетные части, это много значит. Город Терекова, защитник, и никак иначе. Мы живем в России, в Алтайском крае, зато сибирский. Некоторые люди, когда приезжают в Сибирский, они понимают, что да, действительно очень красивый городок. У нас очень красивая природа, красивый лес за окном в нашем городке. В Алтайском крае жили и родились многие известные актеры, писатели, поэты. Вечера душевные, песни задушевные. Мы из города Балахна. В нашем городе добывали соль и носили балахны. Отсюда название город. Есть музей Минина и Пожарского. Он очень богат и красив, потому что он стоит на реке Волга. Когда приедут друзья, мы поведем их на танцы. Наш город находится в России. Мы из города Саратова. Он находится на Волге. А Волга находится в России. Там есть... Памятник журавлей. Есть парк Победы, а еще есть знаменитая саратовская гармошка. Мы все живем в России! Мы из города Норильска, район Талмах. Дети из города Норильска – это очень светлые и позитивные люди. Правда, что у нас нет интернета, у нас его вообще нету. Интернет очень плохой, и люди пугаются, что мы такие, говорят, как вы живете? Мы такие, ну вот как-то так. Мы больше времени уделяем чему-то, что нас может развить. Полезному. Да, полезному, там читать, танцами заниматься и другими вещами. В нашем городе есть северное сияние. Оно в этом году у нас встречалось очень часто. Вот, это когда над таким темно-синим небом появляются такие вообще невероятно красивые оттенки зеленого, голубого цвета. Они вот так переливаются, переходят. Это вообще это очень интересно и очень красиво. Мы живем в России! Кому-то нравятся другие города, кому-то мы как белые медведи. А мы с Норильском вместе навсегда, столицей тундры, никеля и меди. А мы с Норильском вместе навсегда, столицей тундры, никеля и меди. Ура!
и на ветке, и на кочке. Бам-бам-бам. Скучно жить поодиночке. Бам-бам. Никогда не стой на месте. Бам-парам. Пошагай с друзьями вместе. Трям-трям. Кто в друзьях не ошибется. Бам-парам. Никогда не ушибется. А когда подарка нет, просто пламенный привет. Очень скучаем, любим тебя. Приезжай скорее, удачи вам на конкурсе. Ты самая лучшая, любимая дочка на свете. Мы тебя очень любим. Я живу в Можайске. Мой город дружелюбный, общительный. И он находится в России. Рядом находится Бородинское поле. Там проходило Бородинское сражение. Еще там есть музей, и туда можно сходить. Есть экспонаты разные. Если ехать от Москвы, то ехать от Москвы до Можайска всего 2 часа. Я горжусь тобой, древний мой город Можайск. У сердец наших пульс неумолчный един. Ты навеки любимый, ты отчий мой край. Я навеки достойный и верный твой сын. Мы из республики Карелия, город Питкяранта. Наш город называется Питкяранта, и с финского языка это переводится как «длинный берег». У нас в республике очень много озер, даже не сосчитано. Мы живем на берегу самого крупного озера в Европе, это Ладожское озеро. Мы очень любим свой город. У нас в Карелии очень много разных разновидностей драгоценных камней. И изготавливают из них разные изделия. Когда друзья приедут, мы поведем их в такой небольшой участок нашего города, называется Юлиристи. Там дикая природа, пляжи, скалы, прибой ласкает. Питкяранта – это Россия! Мы фестиваля посетим Карельский край. В нем Питкяранта – городишко небольшой, где для рыбалки и охоты просто рай. И люди местные с широкой душой, где для рыбалки и охоты вечный рай. И люди местные с открытой душой. Мы из коллектива «Непоседы», и мы в городе Перми. Это не особо молодой город? Ну, не особо и старый. Среднячок. Да. Все ходят в театры. На любой праздник мы идем куда? Правильно, в театр. Мы дружно с тобой живем? Ты русская? Русская. Я татарка. Мы дружно с ней живем. Дружно живем. Все хорошо. Сериал «Реальные пацаны» действительно снимался в Перми. В нем представлено очень много стереотипов о нашем городе. Но по приезду в Перми вы просто поймете, что это просто был сериал. Простыми словами для простых людей. 59.ru, город Пермь, по набережной. Вперед без оглядки, козырек от солнца. Музыка и все в порядке. Ловлю восторженные взгляды людей, заставших этот солнечный день. Не где-то в офисе, а просто в городе. И потом услышавших эту мелодию, кто-то в парке Горького по радио. Я из города Нижневартовск. Он находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Нашему Нижневартовску в этом году исполнилось 44 года. И каждый год 12 июня в нашем городе проводится фестиваль «Самотворские ночи», где наш коллектив всегда выступает. В Нижневартовске есть большая нефтегазовая промышленность. И рядом расположена тайга. Жители, которые находятся около тайги, летом часто ходят в лес, чтобы собирать грибы или ягоды.
ходят на охоту. Наш город, хотя небольшой, но в нашем городе проживает около 200 тысяч человек и около 100 наций. Нижневартовск – это город Сибири, и мы все живем в России. Снежный город детства моего, Нижневартовск, так зовут его. Я ночами на него смотрю, я люблю его, я его люблю. Для всех Москва – это столица России, а для нас это родной город. Если к нам приедут друзья, то мы думаем, что мы их поведем в первую очередь в парк Горького и на ВДНХ. Это самые известные парки в нашем городе. Москва, как одна большая лужа. Ты скажи, что я нужна. Поплывем по тишинке, такая тишина. Москва, как один большой сугроб. Высотой мне полов, поплывем по тишинке, такая тишина, Москва. Родные наши, любимые, мы все такие с вами разные. И в то же время нас объединяет единое большое слово «Россия». Вы получаете удовольствие от всего, что вы делаете. Будьте счастливы, общайтесь друг с другом как можно больше. Ищите друг друга в соцсетях, переписывайтесь. Узнавайте, где кто живет и где все это находится. Страна у нас огромная. Гордитесь тем местом, где вы родились. И сохраняйте традиции, жизнь и быт нашей русской родины, России. Общайтесь, танцуйте, дружите и, конечно, любите друг друга и любите танцевать. Мы все живем в России! Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути ветвистому и сложному. Иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться. Не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонущей. Живи, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет,
птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Компрос. Мини-парк. Ну, это... Мне кажется, мы в разных городах живем, но я не уверена. Ну, пока из курсов географии в школе мы примерно знаем, где это находится. А где находится Палнах? Палнах? В Сибири, наверное. Норильск? Норильск — это на востоке. Прям театры забиты полностью до 18 и до после 18. Все ходят в театры. На любой праздник мы идем куда? Правильно, в театр.